Первый месяц лета подходит к концу, а купальный сезон большинство жителей региона толком еще не открыли, так как водоемы пока не прогрелись до комфортной температуры. Жаркая погода обходит Тверскую область стороной. Когда уже в Верхней Волжье придет настоящее лето? Когда можно доставать плавки и купальники? Об этом у синоптиков спрашивал наш корреспондент. На календаре конец июня, а за окном все еще прохладно. Погода такая же неустойчивая, как и весной. Первый летний месяц один за другим преподносил жителям региона сюрпризы. То ночные заморозки местами, то на западе области выпал крупный град, это было 24 июня в Осташковском районе, то разом пятая часть нормы осадков. 25 июня прошли сильные ливни в Твери. За три часа, по данным Гидрометцентра России, выпало 16 миллиметров осадков. Уходящий июнь не оправдал ожиданий жителей Верхневолжья. По-настоящему летних жарких дней было всего ничего. Поэтому купальный сезон открыли лишь самые отчаянные. Сейчас все надежды на второй летний месяц, на июль. Все-таки июнь подарил нам несколько жарких дней, но их недостаточно, чтобы водоемы прогрелись до комфортной температуры. Сегодня вода в Волге около 18-19 градусов. Однако не всех тверичан смущают такие показатели. Мы поинтересовались у горожан, открыли ли они купальный сезон. Большинство все же пока ждут потепления. В этом году купальный сезон уже запоздал. В принципе, с середины июня уже обычно купаемся. Подождем. Погода непостоянная. Потому что мы спортсмены, поэтому всегда рано открывали, рано сезон купания. На карьерах. Как водичка? Бодрящая, но ничего страшного. Мы регулярно бассейн посещаем, поэтому нормально все. В июле, в середине где-то. Очень холодно, да. А долго ли, спрашивается, ждать, когда можно позагорать на пляже и освежиться в речке? Синоптики говорят, в ближайшую неделю доставать плавки и купальники рано. Погода останется по-прежнему неустойчивой. В ночные часы столбики термометров остановятся около отметки 10 градусов. Днем покажут около 20. Временами будут идти дожди разной интенсивности, особенно четверг-пятница. Вот по предварительным прогнозам будет выходить циклон, будет выходить атмосферный фронт. Поэтому и в ночные, и в дневные часы будут идти дожди. И, естественно, сами понимаем, могут быть и грозы, усиление ветра. В выходные также будет прохладно, ночью местами температура опустится до 6 градусов. В отдельных районах сохранятся дожди. Налаживаться начнет погода лишь в начале следующей недели. А там уже есть надежда на приход настоящего лета. Так где-то вот с середины следующей недели прогнозируется антициклон, усиление антициклона постепенно. Вот, и температура воздуха будет повышаться. Так что всего скорее купальный сезон где-то с середины следующей недели, ближе к следующим выходным. Но это пока что предварительные прогнозы, отмечают синоптики. По предупреждению МЧС России по Тверской области также ожидаются грозы, ливневый дождь, усиление ветра. Поэтому не стоит оставлять свои автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и недостроенных зданий. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно набирать номер 112.